Всем привет! Я подключил синтезатор к линейному входу компьютера. На компьютере у меня сейчас Windows 7. Сейчас вот не знаю, будет ли вам слышна задержка, которая здесь есть, или нет. Но вот думаю, будет слышно, но играть вот невозможно при такой задержке. Сейчас я попробую все-таки показать эту задержку. Вот. Вот я нажимаю. То есть с задержкой происходит. Ничего быстрого сыграть невозможно. Вот сейчас, если, допустим, стиль какой-нибудь побыстрее, там какой-нибудь такой. Ну вот, скажем, такой, да? Короче, играть невозможно так. Я пытаюсь подстроиться как, но все равно задержка это мешает очень сильно. Как решение было, это делать еще одну систему Windows XP, и там все нормально. Вот я решил попробовать вот такое решение. Внешняя звуковая карта. Вот, нашел такую на Алиэкспрессе. Кстати, кабель это не ее. Тот кабель, который был, он довольно короткий и не подходит. Сейчас попробуем подключить через эту внешнюю звуковую карту. Да, отключаю. Подключаю вот сюда. Чем особенно эта звуковая карта, у нее есть линейный вход вот здесь вот. Наушники, микрофонный вход и линейный вход. Подключаю к линейному входу выход синтезатора. Так. И выход звука подключаю. Так, вот он у меня этот провод идет. Включаю вот сюда, вот. Так вот, подключил. Теперь включаю в USB, вот так вот, вот, и здесь у нас есть регулятор громкости, вот, вот. Видите, сейчас нет никакой задержки вообще, вот сейчас вот так вот должно быть. Ну-ка попробуем. Короче, отлично работает. Вот такая звуковая карта, никаких задержек нет. Как звук с компьютера. Давайте сейчас что-нибудь на компьютере. Сейчас что-нибудь включу, будет ли слышно или нет. Вот, включил. Музыка не слышна. Почему? Потому что включен линейный вход. Вот, есть такая штука, я заметил, что вот если линейный вход отключить гнездо, вот так вот. Вот видно, не видно, вот. Вот. Отключаю линейный вход. И тогда музыка у нас слышна. Вот, включаю. Музыка уже не слышна. Вот здесь вот такая вот штука. Thank you.
посмотрим, как здесь микрофон работает. Вот, сейчас подключу микрофон. Прием, прием, как слышно. Так, здесь прием, прием. Так, это, наверное, здесь надо в настройках. А, надо отключить штекер. Штекер отключу. Прием, прием. Так, музыка там все еще играет. Так, микрофон не слышно. В причине того, что вот здесь вот в настройках надо что-то изменить. Вот здесь вот Windows 7. Потому что я уже его подключал, пробовал, все работает. Записывающее устройство выбираем. Микрофон у нас 2 USB PNP аудио девайс. Вот он, вот здесь вот. Видно, не видно? Уровни. Прослушать. Вот, прослушать с данного устройства. Вот, нажал, окей. И теперь он работает. Так. Прием, 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 прием. Сколько вольт в розетке? Сколько вольт в розетке? Прием, прием, прием. Вот тут, как слышим, есть какая-то задержка с микрофоном. Но это мне не важно, этот микрофон. Мне главное, чтобы не было задержки от синтезатора. Так, сейчас я здесь обратно делаю, чтобы не слушать с этого устройства. Вот так вот. Отключаем этот микрофон. Включаем синтезатор. Так, и почему сейчас у нас ничего нет? А сейчас у нас почему-то ничего нет. Вот. Потому что вот здесь вот было у меня нажато... Во. Вот здесь вот есть такая кнопка «Выключить микрофон» и «Включить микрофон». Когда вот она нажата, что красное светится, не слышно ничего. А когда вот так вот нажимаю, вот так вот, красное отключается и слышно. Вот. Вот такая звуковая карта. Ссылка будет под видео. Всем пока!